What's up, guys? Привет, мы Варенье, со мной игрок команды Moscow 5 Dota. Это Сергей Ревин, более известен как Clockwork или ArsArt, или SK Jan, или под каким ником только он не играл. Был бы тот год, он бы рассказал нам очень много подробностей о Смайле, о его внешности и так далее. Расскажи, как прошла дорога, как добрались, готовы, не готовы, кого готовы, кого боитесь, кого не готовы и так далее. Дорога прошла довольно успешно. Билеты купили, как обычно, в последний день. Буквально за пару часов до поезда. Боимся. На этом чемпионате, мне кажется, никого. Потому что вполне готовы, вполне настроены. Все стратегии подобрали. Так что будем бороться за топ-1. Слушай, там Дред в интервью одному сайту буквально позавчера сказал, что последних две недели он заметил, как у вас значительно повысился тимплей, и типа вы стали намного лучше играть, что до этого у вас типа было как-то все не очень. И вот именно последних две недели почему-то у Дреду запомнились как такие, которые вот вдохнули у вас успех. Согласен или нет? Я согласен, потому что две последние недели все пять игроков на месте, там, более-менее тренируются, и игры против серьезных команд, ну, допустим, как недавняя игра против МИМ, была настолько успешная, так что их обыграли чуть ли не под ноль. Вот. Так что команда настроена, блин, четко. Я понял. Вопрос на засыпку. Почему в команде Moscow 5, где играют 4 москвича и один игрок из Санкт-Петербурга, единственный питерец подписывается М5 Гараж, а все остальные просто М5? Это вообще без комментариев. У него на кофте написано Гараж. Ого, серьезно, ладно, твой прогноз на турнир по КСу и по Доте. Еще можешь по Старкрафту и по Квейку. Ну, мне кажется, за Квейком не слежу, но по Counter-Strike и по Доте будет, мне кажется, одно и то же. Два финала. М5 Na'Vi и М5 Na'Vi. И Counter-Strike, и Dota. И кто выиграет в обоих? М5. Да, все очень просто. Огромное спасибо, Смайл. Это было эксклюзивное интервью, последнее, наверное, в жизни, которое я взял для Good Game. Всем пока.